А у нас, как всегда, влог начинается с нашего завтрака. У нас сегодня вот такая вот яичница и еще кабачковая икра. Вчера мы все выучили, я выспался, вышел из комнаты, как человек. Да. И теперь можем ехать сейчас до бабушки с девушкой, да? Собрать только все вещички. Такое оно, наше настоящее, тоже зимнее утро. Да, пар идет изо рта. Иней везде. Тут везде иней. Все белое. Ты хочешь, чтобы все обледенело, что ли? Да. Вот даже вся крыша в иней. Так, минус 2 сейчас показывает. Слушайте песню. Это, походу, ремикс. Ой-ой-ой, Коко Джамбо. Ой-ой-ой, Коко Джамбо. Ой-ой-ой, Коко Джамбо. Ух ты, какая тут качеля клевая, родни. Ты видел, какая прикольная? Да, вообще не прикольно. А что, тебе не понравилось? Там, там холодно, Гриш. Пошли уже, сейчас будем кушать и собираться. Гриша, ну мокро, ну ты же видишь, что мороз. Пошли уже, будем ехать сейчас в школу. Мы все довязали уже. Ты не хочешь в школу? Гриш, не выдумывай. Рассказывать, ничего не хочу. Мама, а ты знаешь, что тут креветки есть? Угу. Только где они их? Вот тут маленькая сидит. Видишь? Угу. На этом клубке. Да, прикольно. Тут два сама. Я нашел черного и вот еще белый. Угу. Почему-то все рыбки плавают. А вот это видишь рыбку маленькую? Угу. Похоже на пиранью. Да нет, они бы тут не жили. Пираньи, они же какие? Пресные. Хищники. Ну, они в пресной живут. Нет, ну понятно, но они-то хищники. А, тут же-то у них все. Ну, пираньи вы ели их. Вот эти красивые, да, которые светятся? Жирненькая, гля, какая. Прям а некоторые, смотри, сюда подплывают, а так против течения пытаются плыть. Mm-hmm. А вон красненькая, какая золотая, да? Она, наверное, тут самая большая. Давай, кушай. И поедем. Все, Григория в школу отвезла. Пока! Мы уже дома. Я как будто это раннее утро, заложила стирку, заправила кровати, диваны, в общем, сделала все, что нужно. Посуды там совсем немного, на посудомойку точно не накопится. Вот, сейчас пойдем еще дома немножечко повяжем, и потом будем готовить уже ужин. Обедали у родителей, Сюжиня обедал в столовой. Так, еду я сейчас за Антохой на танцы. Сложила ему сумку, заполнила дневник. Сейчас, правда, еще надо бахилы купить. Уже в музыкалке стали требовать бахилы или сменную обувь. Ну, знаете, бахилы как-то приемлемее. Вот, сейчас еду, видите, уже все растаяло. У нас уже плюс 5, и поэтому лужи. Так что за Антохой. Антошина вот аж вверху. А что было за тема, Антош? Все, Антоха уже готов, переоделся, коврик, дневничок, да? Да. Все белые носки, чешки, футболка и шорты. Заправь меня. Там надо футболку заправить. Да? Да, Фоню забрала? Поехали домой? Мам. А, ты что хочешь, домик? Да. Зая, не нашли шапку Афонькина, да? Когда-то засунули, поэтому он надел мою шапочку. Ну что, поехали домой? Да. Ну что, наконец-то вот и я готовим ужин сейчас. Честно, даже не знаю, что приготовить. Из планов вообще никаких, но из-за того, что остался фарш с макарон по-флотски еще с
воскресенья, да? Сегодня среда. В общем, ничего с ним не случилось. Все хорошо с ним. И сейчас я его обжариваю. Вот он, вот такой вот красавчик обжаривается. И сейчас будем добавлять в него все подряд. Лук, морковку, болгарский перец. В общем, сочиняем на ходу. Это называется блюдо. Это мое самое-самое любимое блюдо. И с фасолью все это будет. В общем, я уже такое готовила 100 раз. Люблю это блюдо и с кусочками мяса, и с фаршем. Для начала нужно вот так его перемешивать и прям давить на него ложкой, чтобы он был маленькими кусочками, а не обжарился одним большим таким блинчиком. Поэтому вот пока он сейчас весь еще такой вот сырой, его нужно немножечко так пораздавливать, чтобы он все-таки был маленькими кусочками. А дальше будем добавлять уже овощи. Так, вот все наши овощи. Мороженое, болгарский перец, морковка, лук. Вот, осталось добавить, когда это все немножечко подобжарится. Я уже, кстати, посолила, поперчила. И чеснок, фасоль из банки промытую. Красную, надеюсь, что попадется красная. Так, и еще будет подлива из томатной пасты, воды, сметаны нет, наверное, без сметаны. Так бы было очень вкусно, томатная паста, сметана и вода. Вот, пока так. Так, у нас все банки Бондюэль без опознавательных знаков, то есть это просто вот такая вот банка. Я думала, что здесь фасоль, но на самом деле здесь горошек, поэтому у нас наше мясо будет с горошком, вернее фарш. Вот, вот такая вот овощная смесь, ложка майонеза, ложка томатной пасты, вода и овощи, и фарш, и все вот это теперь покипит, и будет вот такой вот, это, знаете, и первое, и второе, то есть кушать его можно как суп, и как второе, как, то есть оно вот такое вот будет с подливой. Так что теперь это все немножечко потушится, в конце чеснок и зелень. Взяли... Меня, Кирилла, Анфису, Виолетту, похоже. Мы, значит, пошли туда, там, это сначала прыжки в длину, мой самый лучший результат, 145. Это хорошо? А я 45. 100? Сто? Нифига себе, ты что так прыгнул? Ну, ты не мог. 45, это как он рос, прыжок. А, я да? Вот. Вот это так. А ну, отжимание, давай. Так, ну давай, переодевайся. Только полностью. Вот. Давай, иди переодевайся. И я узнала, что надо не вот. И так правильно, не рассказывай. Так, мне. И рассказывай, и Гриша будет сдавать нормы ГТО, да? ГТО. Ну что, мы уже поели, поспали, реально сижу, я не знаю что, или погода такая, дождь вроде бы там обещают, ну короче, спать хочется вообще, мы даже сижу не на полчасика задремали, Гриша нас потом в 7 часов разбудил, все, сижу, я с ним уже поехали на карате, на волейбол везде, я сейчас с детками, и вообще ничего не хочется, если у меня вчера было бешеное настроение печь пряники, раскрашивать их, выдумывать какие-то, искать новые картинки в интернете, вот, то сейчас мне в голове все это хочется, ну, в какой-то такой далекой перспективе, но я ничего не делаю, лежу и сплю, ну, вернее, не сплю, потому что я сама с детьми, но вот состояние на грани фантастики, не знаю, может, это влияние погоды реально. Короче, я сегодня Соня. Но надо сейчас поднять свою 5-ю точку и убрать на кухне. И хочу доделать этот большой пряник. Надеюсь, что получится, который со снеговиками. Сейчас буду пробовать это делать. Я все-таки... Спокойной ночи, Афанасий Сергеевич. Я все-таки сегодня себя прямо заставила доделать пряники. Это настроение вообще не было. Но мне теперь они нравятся, и теперь настроение прям появилось. Вот такие вот пробовала трафаретом делать оленят. И моя просто теперь большая любовь, эти 2 снеговичка. Какие-то бабушка с дедушкой. Мне они очень нравятся.